Магнум уже взял пятнашку. Да, что ты? Или не взял? Взял, я спал. Ну, в смысле... Не спи. Может, тебе это приснилось, откуда мы знаем теперь. Смотри. Он уже уехал, не хватит. Да ладно. В себя поверил. Да прикинь, он все это время дрюкался под углом, а у него тачка просто прямо врезается на этот кистый. Да нет, цепляй себя еще. Побежали! Собачья полоска. Я сказал, кони педальные, мы даже не едем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя Данилович-Топкин, и вместе с Петровичем и Димкой мы сегодня будем покорять ступеньки лестницы в GTA 5 онлайн. Добрый день. Здорово. Что ж, ребятушки, на самом деле мы будем использовать абсолютно все машины, которые у нас есть, даже GTA-шные, будем доставать их с помощью рандома, ну и пытаться подняться в реалиях не каких-то ограниченных минут, а сколько машина просто поедет, если она вообще сможет добраться. Доберемся на 28-ю ступеньку, получим еще бонусных 3 балла, чё бы нет, но я думаю, что сделать это практически невозможно. Что ж, давайте тягать тачки. Ну а вы, ребята, устраивайтесь поудобнее, с вас лайк, комментарий, ну и, конечно же, подписочку оформляем, это очень важно, мы это приветствуем, это весело, не хаты придумал. Так-то, если бы ворота за лес, может быть, бы проехал. Трактор. По желанию можно взять, кстати, чё бы нет, да. ГТАшные ребята, мы можем по желанию брать, можем не брать, остальное все идет в счет. Чё у тебя, скажи? Да, корвет похожая, да, это чудо. Так, у меня R1, Audi, очень маленький такой клоп. Ой-ой-ой, еще и картинку рвет. Опа. Вау! Я не видел, но спасибо. Прокатил меня немножко. Да, закинул меня прям буквально на лестницу. Ой, слушай, нифига, у меня полноприводный клопяра-то. Да ладно. Да хорош. Хорош. Ну, корвет, а он, кстати, на дубке стоит? Не. Видишь, он багуется. Димон, тебе решил подарок сделать, но что-то не получилось у него. Так. Я, кстати, заметил, что немножко картинка рвется, но я так подумал, что это, наверное, скорее всего, у меня тоже машина своими приколами какими-то. Слушай, а мой клоп-то десятку уже и на 11 заехал, нихера себе, малыш, блин. Вот это дает. Ты 12 будешь, что ли? Вы прикиньте? На анаболиках малыш твой. О, 8. У него, короче, плюс в том, что он маленький, то есть короткая база, и центровка у него ближе к передней оси. Я поэтому через, короче, подвороты на бернауте залетаю. Я заехал, но подожди, давай. Слетел. Пацаны, там этот, руку помощи друг другу подают. Нихера, я 13-ю взял, пацаны, на этой херне мелкой. Прикиньте. Кому-то это, не знаю, какой-то высокий полноприводный внедорожник, встань боком. Так. Если камеру повернуть, я думаю... Я думаю, что будет лучше. Так, ладно. Давай, малыш. Почти наверняка. Подожди. Давай, малыш. Я там был. Короче, ребята, я взял тренажку. Это очень хорошо для маленькой машинки. Дальше она может проехаться, но там уже не хватает тупо базы. Вы что тут делаете с клоуном? Зачем? Два, получается. Приди через полчаса, подожди. Автомобильный на девятке. Пойди покури. Да, он взорвется быстрее, чем ты его затолкаешь. Ладно, погнали на следующий раунд. Так, ребят, по нашим правилам, кто выше забирается, спавнит 3 машины, поэтому я буду таков, что у меня будет 3 машины. Комментарии. Кого? Кого? Ой, что взорвалось? Опа, что взорвалось? Да что там взрывается-то? Я понял, это фуфел. Так, ладно. Что, братья? Газель. Да если бы. Газель у тебя. Короче, Дайтону точно брать не буду. Мерседес под вопросами. Да и моя машина, ребят, под вопросами. Если честно, не знаю, что брать. Так, хватит, короче, сотрясать там тут воздух. Я взорву вас. Да. Удачи. На самом деле, самоходка, ребята, наверное, очень хорошо поднимется. Так. Да ну. Да ты угораешь. Че, приехал? Как сказать, странно, какой-то X вообще, ни окон, ни дверей. Он бьется как-то странно. Хорош. Что ты там сказал, 13 я у тебя? У меня уже 11. Уже 12. Но... Я-то на малютке взял, а ты на херове нездоровый. Он разные какая вещи. Разница, ну что вам тут брать? Главное взять. Самое главное, что я в первом раунде хорошие баллы сделал, поэтому... Главное меня взять, все устраивает. Взять нехер взять. Взять нехер взять. Херовый стиль здесь, значит. Так. Не, это ты. А чё я? Я хороший зять. Я же сказал. Так. А ты чё? Полетел назад. Так, короче, ну типа у меня машина сломалась, ребята. Я думаю, что я парочку-то ступенек должен осилить. У меня не заезжает. Так, мне надо починить явно корпус.
Белла Габеллина. Так, как у тебя дела, Дима, там? Ты ж, блэд. 14. Неплохо, 14 это хорошо. Ну, хотя, с другой стороны, от такого крупногабарита меньшие баллы ожидать, ну, было бы для крупногабарита стрёмно прям вообще. А есть вино, чтобы я пешком забегался? Да, есть. Вне серии, можешь потренироваться, как говорится. Херня не страдай. Так. Херня не страдай, говорю. Так. Нет, ребята, я не поднимаюсь. У меня даже не колышется тачка, поэтому у меня 7 баллов. У Димона 14, ему повезло. Продолжаем, ребята. 3 тачки у Димона. Квадроцикл идеально. Прицеп еще лучше. Да ладно, да ладно, Педро какая-то упала. Там Прайм вроде, а не Педро. Так, ну у тебя, да, неплохо, только он не гнёт. Ебать. Так, Супра, иди Супра. Так, прицеп уберем. Я не буду брать Супру. Супра фуфло. Я не лучше, но я выше. Так, коня у Димона. Ну и, ребята, вот этот автомобиль, на самом деле, он бьется-мнется, но у него все равно колеса повыше, чем у нас, поэтому... А чё вы друг друга пердолите тут всю серию? Ну давайте прекращать. Вам можно? Да я не спорю, что вам можно, как бы. Почти. Вас таких ждут там за бугром. Леголаз. Один раз не леголаз. Ой, два дурака. А чё вы реально друг друга там, этот, дрюкаете? Кто? Прекращайте давайте. Слышь, это не считается. Кто не считает? Я тебе говорю, чё вы херей страдаете? Мы решаем, что считается, что это. Да я с вами головками уже понял, разговор короткий, но давайте-ка по чесноку здесь. Да ты и сам вы что не заедешь, наверное. На самом деле у него джипик-то такой. Сам по себе еще. Ну ладно, я все, короче, и едь дальше, брат. Я не на забуду. Самом деле, выше шестерки я тоже не поднимусь, наверное. Да ты же сам заехал. О, я заехал дальше. Да вы охренели. Да, я сам заехал. А он не заезжает дальше. Вот сзади привод, да? Да, вот сюда заехал. Да, помог. Я понял. Короче, я тут ничего не сделаю, у меня даже машина не поднимается, 6 баллов. Тимплей. Это вот теперь так называется? Ладно. Хорошо. Так, девятка получается у Димона, десятка у Петровича. Окей, погнали. Так, ладно, ребят, продолжаем. О, трактор. Но это плохой трактор, я брать не буду его. Стандартное говнецо. Ну, говнецо не говнецо, иногда может быть и поехать. А можно мне что-нибудь высокое? Магнум, да ладно тебе. Магнум у кого? Меня. Не да. Вижу ни то, ни другое. О, вот такое? Это прикольно, Петровича. Опять Супра. И опять какой-то внедорожник. Супра! Все, херня. Так, я вижу Макларен. И чё? Ты на чём? А Магнум то у кого был? Я тоже вижу Макларен, и что теперь? А, у Димки? Ай, я улетел. О, нихуя себе полетел. Это нечестно. Чебурешно. Магнум, конечно, ребята, это габелла. Кто тебя создал такую? Все моя тухлую. Я без тебя бы заехал. Не благодари, это называется. Не собирался. О, да! Пацаны, я как бы на 6, может, заберете? Ну, у меня в прошлой серии было 6, поэтому, да. Неплохо он лезет. А он дракстер, короче, он полноприводный, и он, да, он может 20-ку взять спокойно. Ну, если повезет тебе, конечно. Так, чиним тачку, ребята. Я так понимаю, что приехали мы быстро, но надо еще постараться. Давай-давай, хорош, двенашка. Двенашка, хорошо. Магнум уже взял пятнашку. Да, или не ты взял? Взял, я спал. В смысле? Не спи. Может, тебе это приснилось, откуда мы знаем теперь. Так. Короче, 6, пацаны. Ну, это как у меня в прошлом раунде. Такая же машина, вообще ничего себе не представляла от слова совсем. У меня на удивление какой-то интересный гелик, он полноприводный, быстрый. Отцепляй теперь. Тянешь время сам. Ну, нет, не особо. Да, так. А чё мой этот коротыш взорванный? Кто его? Какой злонка мы сделал? Он тут самый имба, кстати. Самая имба-тачка, ребят. По сравнению с Магнумом, коротыш вообще молодец. Подожди. Так. Что ты делаешь?
Он себя прицепил? Да. Понимаю. Нихуя себе, пацаны. Давай. Нихуя себе, пацаны. Пока вы там, как говорится, молодцы. Тяну. Запрыгли молодого. Давай, блин. Давай. Это, конечно, прикольно придумали. Не-не-не, пропускать, мне кажется, сразу бы началось. Да ладно тебе. Ну вот он, висит. Висит же. Ну, блин. Вы прикиньте, пацаны. Подкрался-то незаметно. Нихера полнопривод. Вот это я недооценил, ребята, Мерседес. Вот это я в шоке. Да. Посмотрите на эту картину. Да. Они другого тащат, и они мне говорят, что это я что-то делаю. Лучшая защита — это нападение. Современная политика, чисто. Они говорят, вот так это и выглядит. Как говорится, в своем глазу бревна не видишь. Так давай. 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 Это стишок. Давай. Давай. Да давай ты, ну что ты. Да ну давай ты, ты чё гонишь, что ли? Да ну нахер! 17-я, ребята, на Мерседесе. Да вот это тебя. Я вообще не жалею. Магнуму внизили просто. Я, короче, еще раз попробую, ребята, но я уже... Охренеть, вы смотрите, я на 18-ю запрыгнул, у меня уже базы не хватит, и она тупо не поднимется просто. Привязали. Ну и ладно. Ну и ладно, за веревку еще плюс балчи за символичный. Да, ребята, 17 это, конечно, это же... О, кто? Это кто? Кто тут нагадил? Так, да, ребята, короче, мое почтение. Внедорожник имба. Неплохой раунд, максимально неожиданный, необычный, я так скажу. Ёпа вашу мать, хорошо, что это не Атон. Так. Это что тут? Ой. Ой, 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 ой. Так, ну, у меня выбор небольшой, либо внедорожник, либо Бугатти. Я, на самом деле, наверное, возьму все-таки машину повыше. На опыте уже наученные, иногда едут. Так, маслкар у кого-то. Вот Димки маслкар. Что? Подожди, в смысле? Что это за херня? Я вообще не вижу. Я что ни за тачка? Не видел ее. Ладно, погнали. ТРХ не видел? Нет, чип. В смысле, его не видел? Обычно еду. Он, кстати, под капотом не быстрый вроде. 300 под капотом у него. 300? У него ускорение. Maybe. Да ты чё, угораешь? У него прижимная сила, кстати, лютая, поэтому... Может быть, это херовый выбор. Ну, блядь! Не туда! Да ёб туда! Да что ты делаешь? Ты дурак! Звучит как идея. Чё, по минус баллу вам? А где он? За что? За то, что летели. Ой. Надо же, посмотрите, какой он. У Димана, кстати, маслкар вроде не самый лучший. Насколько я помню. Это из аренды вар. Но не особо далеко ты меня обгонишь. Он такой прям максимально хреновый. Его даже если прокачаешь толку-нибудь. Будет только... Волосня всякая вот эта по краям торчать. Заехал чуть-чуть, да. Чуть-чуть заехал. Было а ты тяжелый? Я? А, нет, не особо тяжелый. Было дело. Да ну давай ты, он же задирает морду. Куда? Чтоб ты понимал, ты у меня даже не дергаешься. Ну, в принципе, как и у меня, Audi. Димка кое-как поднимается, вот. Но Димка далеко не уедет. Маслкар, я знаю его. Там боком бьется, ну, морда поднимается. Да ёп, ну, под углом 45 градусов и нужно стараться поднять переднее колесо, если получается, а ты улетел. Я поднялся. Куда ты поднялся? Надо засейвить. Вот так засейвить вот так надо. Поднялся. Ну так если ты с платформы выйдешь, значит все заново начинаешь. Да, мы все так поднимались. Ну и плюс от циферок нельзя еще помогать себе. Если ты заехал четырьмя колесами, да нормально. Он заехал четырьмя колесами. Да ты улетел просто в скорости, он заехал. Он улетел вот так. Не знаю, у меня ты от восьмерки ударился и улетел в воздух. Юр, не спорь со старшими. Так тем более, не спорь со старшими. Так, ну я приехал, ребята, 7 баллов, а дальше, к сожалению, Ауди не поедет. Да, не старый, а мудрый. О, чит, молодец. Дренажка у Димона, но это не особо, но все равно. Хороший балл вовремя свалил. Да давай. Прям тяжело маслкару. О,
Это лесенка для меня была. Так, заехал. Заехал маслкар 13. Ну, если повезет, заедет, я не, так понимаю. Не, он бьет. Вот, все, заехал. Так. И дальше заехал. Да ладно, ну, длинная база, условно. Длинная база, да. Мешает. Ну, да, я думал, кстати, раньше начнется, но все равно 13 неплохо. О! Ты заехал сюда? Да. Что-то я как-то не обратил внимания, просто дерьмо смотрел. Дядь, вытащишь, дядь? Смотри. Он уже уехал, ни хватит. Да ладно. В себя поверил. Да прикинь, он все это время дрюкался под углом, а у него тачка просто прямо врезается на дубки стоит. Да нет, она не всегда, понял? Вот надо чуть-чуть угла ему давать. Чуть-чуть угла. Вот это вазоводом, скажем. Видишь, вот прямо. Ну давай еще два раза пробуй. Сейчас пока ударяешься тупо. Ну вот, есть шанс. Но улетел. Поймал. Пацаны тут Мерседес привязали. Ну почти. Ну, и короче, я скажу так. Он 100% заехал бы. Заехал. Заехал, ладно. Пацаны. А что, 16 баллов это неплохо. Димка там устроил какую-то херню, а мы идем дальше. Финал, ребята. Последний подъем, последний шанс заработать баллы. Сейчас я твой этот нашел. Телевизор. Я вам выключу телевизор. Так, так, так. Там, ребята, вы понимали, мы тоже снимали серию. И, короче, свет выключили на 20 секунд, и ничего не сохранилось. Так, да. У Димки шестиколесник это неплохо, у Петровича такой себе, у меня Джек Дэниелс. Это не шестиколесник, это шестичпок. Шестипалый чпок. Шестипалый чпок. Чупушестик? Хоть того. Так. Интересный Форд. У меня полноприводный, самое интересное, что Велоцираптор. Очень лютый. Но шестиколесник. Покордули топовые. Такое. Но он сам по себе вообще хороший. Очень хороший Джек Дэниелс вот этот. Он, короче, 7 все. 14. 7. Ну, Димка, да, смотрите, не отстает. Еще есть Вильям Лавсон, который с перчиком. Так, эксперты, алкоголики, давайте потом. Когда потом? Я заехал. Когда потом, если не на твоей серии? Кто? Где? Я думаю, что вот это не полезная информация для ребят. Там пускай учатся, слышь. Хоть полезно, если рано или поздно. Вот именно, пускай рано учатся, как говорится. Будет полезно. Но не у вас, как говорится. Да отвали ты оттуда, конечно, встал еще своей жопой. Я, может, хочу новый экстра балл. И потенциально, кстати, это возможно. Нет. Забыли. Да отвали, говорю, мешаешь. Он же врезается в тебя, как модель. Не, он не заедет. Не заедет, не заедет, что заедет. Чего пойдет? Чпок? Он все тужится, тужится, видишь? Ну, мне интересно, на что способна тачка, потому что тачка очень жесткая. Птичка. Откуда у тебя птичка вылетит? 16. Ну не. Не-не-не. Вот смотри, вот он сейчас. Вот смотри, да что вылетит, ты короче. Мешаешь? Тащи его! Тащи! Цепляй себя еще. Побежали! Собачья полоска. Побежали! Я сказал, кони педальные! Мы даже не едем! О! Кстати, это, вот в разные стороны это было полезно. Короче, потенциально ребята машину тоже. Вот смотри, что делают. Нихуя себе. Нихуя себе. Все, поехали. Выгуливаю своих собак. Короче, ребята, с вас лайк, комментарий, подписка. Всем спасибо, всем пока. Пока.